поднялись еще на пустую продуктовую корзину, сумку, коммунальные квартиры. В Дании, ну, я-то шиковал, я родился в Ленинграде, ну, в дальнейшем в Санкт-Петербург. У меня была нормальная коммунальная квартира с одной семьей, соседская семья. У меня были шикарные условия по сравнению с теми условиями, в которых существовало, жили, пытались существовать, пытались выживать Дания вместе со своей мамой. Начались эти соревнования под названием «Игры доброй воли». Из-за участия, я помню тогда, я был запасным, вот почему-то кто-то заболел, меня попросили прилететь, был на сборах в Италии, вот я прилетел, и в Санкт-Петербурге как раз юбилейным проводился этот турнир, где я занял последнее место, не понял, что к чему, потому что в последний момент все это быстро было за двое суток. И за восьмое место, всего было 8 участников, я получил за участие $3000. И я взял эту сумму, пришел в свою коммунальную квартиру на обводном канале, сел и начал просто перекладывать купюры. И вы знаете, мне это так процесс понравился, что я переложил все 3000 в одну стопочку, потом в другую. И вот так весь вечер просто перекладывал купюры, смотрел по $100, думаю, что же это происходит, мне 14 лет. $3000 в 14 лет просто за последнее место. А что же будет интересно, когда я начну выигрывать? Ну вот, собственно, это было начало, потому что я не был из тех детей, которые, знаете, а я хочу вырасти космонавтом, а я хочу стать кем-то. У меня не было определенных целей, я вообще хотел, ну была, я любил всегда машины, до сих пор я хотел быть либо таксистом, либо дальнобойщиком, на что мне сейчас говорят: Леша, тебе так есть еще время. Еще возможности-то есть, ну вот, кто знает, машину уже освоил, ну осталось вот фуру освоить. Представлено 6 объектов, значимых в Ленинградской области, и у нас это все пазлы. То есть, кто захочет, может прийти и собрать их. А давайте попробуем собрать. Пожалуйста. Когда соберете, у вас данный сектор загорится, и дальше. Прошу. Вот у нас есть картинка. Смотрим на картинку и в нужные пазики ставим детальки. Очень важно ставить магнитиком вниз. Еще вот это, да? Вот это. И краны у нас обслуживают судно. Спасибо. Сейчас поезд поедет тут. Также еще можете посмотреть нашу экспозицию, посвященную 6 крепостям Ленинградской области. Сфотографироваться с рыцарем и даже тут, ну, так сказать, участвовать в турнире интеллектуальном, правда. Имя, чтобы стать рыцарем. Можно я попробую? Привет, Ярослав. Сильный квас. Давай сразимся, кто сильнее, я или ты. Давай. Теперь я смотрю, выбор квас пошел. Так, подожди. Квас, я смотрю рыцарство, рыцарство сегодня. Оставлю. Хорошо, спасибо вам. Так, ну давай. Смотри. Я чемпион мира по этой борьбе армрестлинг. То есть я еще никогда в жизни не проигрывал. Думаю, что ты мне сможешь победить? Я сражался с великанами, да и даже они мне проигрывали, а ты сможешь меня выиграть. Готов? Не боишься? Тогда 1, 2, 3.
Ого! Он такой маленький. Ничего себе. Ну что ж, Ярослав, за то, что ты такой сильный, я хочу нарядить тебя как рыцаря. Готов? Смотри, левая рука поднимается, да? И берешься, поднимаешься, поворачивайся. Теперь внимание, тяжело или нет? Точно? Держи вот так. Прям точно, не тяжело, да? Хорошо. Чей держи тебе? Ну, ты еще пока маленький, поэтому давай. Нет, вместе прыгай. И погулять по нашему мостику. А чем уникален этот мостик? Он двигается, когда вы по нему идете, он как работает, как беговая дорожка, только не автоматическая. То есть мы идем по нему, и крутится дорожка. И когда она крутится, у нас еще картинка тоже передвигается, то есть впечатление, как будто мы гуляем по красотам Ленинградской области. Спасибо. Пожалуйста, да. Можете получить подарки вкусные. У нас целый день будет здесь, но представление будет работать ведущий, вещать. Вы можете не фотографировать, не снимать нашу Розарию. Вы можете подойти к ней рядышком и сфотографироваться, пока она еще может стоять. Да, скоро она ляжет, а потом идет. Кстати, платье из живых роз, чтобы вы знали. 900 роз ушло на вот это вот замечательное, красивое свадебное платье. Если видели, вот кто ходит, женщины, девушки вот с розами в руках, с розой, это Ленинградская область. И у нас вот есть наша замечательная Розария, она пока немножко вот тут готовится к выходу. У нее платье из живых роз, 900 роз на ней, чтобы вы знали, вообще всего. Ну, уже не 900, там что-то немножко. Да, вот, короче говоря, поэтому вот эти розы, которые мы, Ленинградская область, дарим нашим милым дамам, они не в магазине куплены, они действительно выращены у нас в Глоховском районе. И хотите верьте, хотите нет, но вот Игорь Константинович не даст соврать. Я сам лично вот только вот сегодня узнал, что это единственное, да, предприятие у нас вообще в мире, мне сказали, где на севере выращиваются цветы в таком объеме, 12 гектар земли. О! Нашел, все. То, что уже уходим от озера, идем на сушу. Ты прям здесь будешь кушать? Вот прям как я, молодец. Чего ждать, правильно? Так, вы что-нибудь выиграли, нет, девушка? Да он мне мешает, потому что, как это? Я вот так только мне надо встать, и здесь он мне будет мешать. Я шучу. Да ладно вам. Так, ладно, давайте поехали быстрее, потому что тяжело болтать много, и вы стоите, я тоже. Что так? Я даже не знаю, что это, клянусь вам. Что такое акваконика? Пони я знаю, пони это не до лошадь. Аква это вода. Женская логика включилась. Внимание, я читаю. Что такое акваконика? Акваконика, значит, это высокотехнологичный способ ведения сельского хозяйства, сочетающий аквакультуру. Правильно вы говорите. Выращивание водных животных и гидропонику еще лучше. Тут аква, тут гидропоника. Растения без грунта. Это я вам задал вопрос и на него же ответил. А вот теперь вопрос без ответа, да? Первый вариант? Потому что там есть аква. От меня вам поцелуй. Без грунта. Видишь, я экономлю. В целом у нас постоянно каждый день это день чего-то. То есть можно приходить всегда.
всегда будет интересно. Вот, также еще у нас вот та экспозиция меняется, она сменная. Когда было 80 лет с дня снятия блокады Ленинграда, это 27 января, у нас экспозиция была посвящена этому событию. То есть всегда все меняется, поэтому приходите, можно отслеживать, кстати, отслеживать, что происходит на каждом стенде нашей выставки. Можно приложение. Расскажите, что нужно, чтобы получить печенье? Отсканировать QR-код и проголосовать. А у вас самый главный конкурент какой? Я слышал, Московская область, либо еще кто? Да, и Санкт-Петербург тоже. А существует какой-то рейтинг, получается? Да, приложение можно отследить. А сколько у вас вообще продукции? На сколько людей хватит? Ну, у нас разные. Сейчас по печеньке, потом магнитики, потом прилочки. Меняем. А печенье на сколько хватит человек? Я пока не знаю точное количество.